13 сентября. Мы поехали на рыбалку. От лодочной станции отъезжаем. И у нас дорога предстоит. Вот туда вперед. Я не знаю, что. Марик, сюда иди. Сейчас я придумаю что-нибудь. Меч. Саша, Андрей, ну и я, оператор. Он же поймал ее! Ого! Да крупничок! Ты, по-моему, сегодня уже рекордсмен. На самую крупную щучку. У Саши большая щука. Одну оставили. Ожидания. И реальность. Марихуану. Ой, какую я рыбу поймала. Ничего себе. Ой, какая молодец. Ё-моё. Ох. Один мой экземплярчик. Вот, Мариха, вот такие вот только щуки ловит почему-то. Да. Маленькие не хочет ловить, только большие. Очень, очень приятственно. Саша выловил, она сейчас такой пируэт сделал над водой. Метр в воздухе. Ну ты акробатка. Щучки друг за другом у нас пошли. О, хорошая, да? Как у меня вот вторая такая же. Меньше. Ну, приятственно, да? Так, Санька, молодец, я буду ловить дальше. Вот, что мы делаем? Это у нас Каниха, второй причал. Вот, лодочки. И сейчас мы едем в вот ту сторону. Там щука есть. Сейчас мы посмотрим. Вот, успели, прям почти. Опа, удар. Удар есть. О-о-о. Ну, давай, Саниша. Он ее руками решил. Все, выпустил! Сука, я не за... Тихо! Не за голову взялся. Скользкая зараза. А так ухватился. Сошла! Ну, Саша! Не переживаем. Заканчивается рыбалка. Так, мешок большой с рыбой. И чуть поменьше мешок. Тоже полный щук. Одни щуки у нас.
О, еще вон что у нас там творится. Это уже щуки. Все. Мало, еще. Торговать сразу выходим. Безмен берем. Размен приготовили. И все, и выручка. Все, мы собираемся домой. А время сколько приблизительно? Сейчас часов 6, около нормального. 6. Два мешка рыбы. Вот один из них, второй в лодке. Каниха нас порадовала. Я ягодки насобирала, костяники. И вот такая красота у нас сейчас. Это север, детка. Это классно. У нас супер. И компания наша супер. Все. Тут дорожка у нас дальняя. С вами была оператор Марина.